Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами своими идеями, что можно положить в сэндвич, или по-русски говоря, горячий бутерброд. Этот рецепт будет из разряда, из того, что было. Когда открываешь холодильник, смотришь, что у тебя там есть на данный момент. Сейчас вы видите на экране, что у меня нашлось в холодильнике и из чего я буду делать свои горячие бутерброды-сэндвичи. Но по ходу действия расскажу, что можно еще положить в них. Итак, берем готовые ломтики хлеба для сэндвичей или нарезаем сами тоненькими ломтиками хлеб. В качестве пропитки хлеба я использую в первую очередь кетчуп. Берите такой, какой вам нравится. А вот на кетчуп сверху тонким слоем можно слегка, без фанатизма, намазать или майонез, или мягкий плавленый сыр, который продается в ванночках, или даже творожный сыр. Теперь раскладываем сверху кусочки колбаски. Колбасу берем любую, хоть просто вареную, хоть варено-копченую, можно даже и сосиски взять. Если уж хотите совсем вкусненько, сверху на колбаску накладываем мелко порезанное отварное мясо. Я обычно для этого дела использую мясо с косточек, которые варились на бульон для супа. Но можно такие бутерброды и делать по отдельности или мясо, или колбасу. А теперь сверху нам нужны какие-либо овощи, чтобы было, так сказать, не только вкусно, но и сочно. Я ложу что-то из закрутки, или маринованный огурчик, или кабачок маринованный из салата, или просто маринованный. Болгарский перчик из леча можно положить, баклажаны, в общем, все, что у вас в данный момент есть в холодильнике. Ну и сверху на всю эту прелесть выкладываем кусочки твердого сыра, который хорошо плавится. Накрываем листиками хлеба, и наш сэндвич или горячий бутерброд почти готов, осталось его прогреть. Это можно сделать или на сухой сковороде на совсем маленьком огне под крышкой, присушивая сэндвич с каждой стороны. Или, как я, на электрогриле. На самом маленьком режиме я прогреваю сэндвичи до расплавления сыра, ну и заодно ломтики хлеба вот так красиво румянятся. И буквально через минуту у нас вот такая вкуснота на столе. Мои дети, конечно же, в восторге от такой еды. Еда из серии фастфудов, понятное дело, далеко не правильное питание, но вкусно. И иногда себя можно побаловать такой вкуснятинкой. В общем, как всегда. Если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, делитесь этим видео в своих социальных сетях, а я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!